Гроза собирается. Держи ухо востро. Погром. С ума посходили, сучьи дети. Надо найти Трис. Она должна быть в трактире. Слишком мы с вами были добрыми, нелюди. Ага, разжирели на наших кровных денежках. Слетели, стервятники. Вы убиваете невинных. Невинных? Геральт. А теперь, добрые люди, возвращайтесь-ка по домам. Иначе... Ну так что, трактирщик? Сына у меня убили! Сына! Эльфы проклятые, пускай кровью платят! Эти эльфы не имеют отношения к убийству твоего сына. Нельзя проливать их кровь. Если подумать, вы все вообще ни при чем. Идите-ка, люди, по домам. Благодарю тебя. Благодарю тебя, Гвинблейд. Без тебя нас бы разорвали. Нам надо уходить отсюда. Будьте осторожны. Кто тут распаляет народ? Доказательств у меня нет, но думаю, это Лоредо. Властители всегда ищут объяснение своим ошибкам и неудачам. А людей надо развлекать, и все равно как, жестокостью или шутками. Этот город никогда не будет прежним. Пришел час презрения. Как дошло до погрома? Говорят, это месть за солдат, которые ходили с Роше. Но Лоредо нанимал обычных разбойников, о них в городе никто и не заплакал. Словом, спонтанные взрывы ненависти. Лоредо как будто ни при чем и умывает руки, а его головорезы распаляют народ. Я видел несколько солдат в штатском во главе толпы, и ничего ты ему не предъявишь. Я и не собираюсь. Почему стражники ничего не делают? Так ведь белки перебили их дружков, а Лоредо никаких указаний не давал. Мы должны найти Трис. Ты знаешь, где она? Она собиралась к Шале, а та снимает комнату в трактире. Я рассказал Трис, что Золтан чинил мегаскоп. Пойдем, нужно поторопиться. На счастье, я раздобыл ключ от гнездышка Шалы. Не спрашивай меня как, это тайна. Пойдем! Спасите! Как на бойне. Не время сомневаться. Да она пропала. Смерть нелюдям! А это что за пугало? Это тот волшебник. Оставьте их. Они вам никакого зла не сделали. Это ж, почитай, наши соседи. Ну, пора расходиться. Спасибо тебе, Милдред. А то я уж лезвиями с ребрами Кровь. У меня дурное предчувствие. Все это не к добру. Может, по следам что-нибудь разузнаем? Это подручные Шаалы. Ему свернули шею, ран нет. Это не его кровь. Трис вошла, свернула шею стражнику, а потом поранилась. Не понимаю. Много крови, слишком много. Лютик, смотри. Это что? Тут дырка в стене, через нее могли подглядывать. С той стороны находится бордель. Может, мадам видела, что здесь случилось? Идем. Все перевернуто.
Кто-то не церемонился. Здравствуй. Закрыто. Приходите после. У меня девушку убили. Это Дерре. Геральт, это была ее комната. Что случилось? Убили ее. Вчера еще ее любили. Пили с ней вино. Красоткой называли. А сегодня пришли впятером. Все пьяные от крови. Слова поганые говорили. У нее был клиент? Нет, она была со мной. Что вы так смотрите? Я хотела ее успокоить, утешить. Это вообще не наше дело. Я надеялся, что ты расскажешь мне, что случилось в соседней комнате. В стене есть дырка. Ну, если вы были заняты... Мы были заняты. Но потом услышали разговор за стеной. Шиала всегда накладывала заклинания, так что ничего не было ни слышно, ни видно. Но в этот раз нам ничего не мешало. Мы начали подглядывать. Я смотрела первой. Там была эта рыжая чародейка, и с ней Седрик, наша пропитая экс-белка. Рыжая подошла к магическому зеркалу и говорит: «Посмотрим, с кем в последний раз говорила королева льда». Это она о Шиале. Даже я это поняла. Тут она замахала руками, выкрикнула заклинание, и в комнате появился мужчина. Он выглядел так, что Дерре аж пискнула со страху. А когда я отпихнула Дерре, в комнате был уже другой человек. Женщина. Трис звала ее Филиппой. Здравствуй, Филиппа. Трис, хорошо выглядишь. Зачем ты пользуешься мегаскопом Шиалы? Никогда не поверю, что она тебе разрешила. Это же как одолжить зубную щетку. Шиала ни о чем не знает. Зачем Шиала приехала во Флотзам? Это деликатное дело. Нам нужен кто-то при Хенсельте, а он, как известно, ненавидит чародеек. Да, это так. Единственный сын Хенсельта погиб на охоте 3 года тому назад. Королю не удается произвести нового наследника, как бы он ни старался. Шиала утверждает, что сможет исцелить королевский прибор. Но для этого ей нужны очень редкие ингредиенты. Которые она собирается извлечь из Кейрона. Именно. Таким образом, по правую руку могущественного короля снова окажется чародейка. Вот и все. Больше я ничего не знаю. Лютик, ты знаешь, о ком идет речь? Кто это Филиппа? Филиппа Эйльхард, чародейка, советница короля Родовида Риданского. Она достигла вершин мастерства на самой смердящей кухне мира – в политике. Она кристально аморальна и абсолютно лишена совести. Уникальное явление в своем роде. Последнее время поговаривали, что она попала в немилость при дворе Редании. Если это так, то она, вероятно, покинула столицу. Лють. Она к... последней... Где Трис? Что с ней? Я не знаю. Я только слышала разговор. О нем я уже рассказала. А потом пришли убийцы. Избили меня и зарезали Дерре. И я слышала, что в соседней комнате кто-то дрался. Чародейка кричала. Потом убийцы пошли искать новых жертв, и я выглянула наружу. Мне показалось, что я видела Седрика. Он брел переулками в сторону леса, и его сильно шатало. Спасибо, Гарвена. Я у тебя в долгу. Ведьмак, постой. Передай Йорвиту этот список. Что это? Имена и прозвища убийц Дерре. Йорвит поймет.
Ты шпионишь на Йорвита? Я помогаю ему время от времени. Просто передай ему список. Я посмотрю, что можно будет сделать, но ничего не обещаю. Лютик, жди меня здесь. Я иду за Седриком. Кровь Седрика покажет, куда он пошел. Седрик, смотри, ну где делает. Ты? Каэдмиль, Гвинблейд, я уже не чувствую боли. Я всегда хотел умереть среди деревьев. Что произошло, Седрик? Трис попросила помочь. Я убил Тхойна, который охранял двери, мы взломали ее. Я убил еще Тхойна. Я знаю. Где Трис? Что случилось? Пришел ведьмак. Он бросился на нас. Я пытался защитить Трис, но он слишком быстрый. Он ударил Трис. Она не успела произнести заклятие. Он знал, как бороться с чародейкой. Потом велел ей запустить мегаскоп. Сказал, что ему нужно в Эйдирн к Вергену. Это краснолюдское поселение. Трис сказала, что это безумие, что нет координат. Он так на нее посмотрел и говорит: «Ты уж постарайся, потому что тебе идти первый, а я буду сразу за тобой». Потом я потерял сознание. Когда очнулся, их не было. Я знал, что умираю. Лес меня зовет. Зачем, Седрик? Зачем ты в это впутался? А ты? Иногда просто так надо. Я говорил, что у меня бывают видения. Поэтому я и пью. За хмелем ничего не видишь. Ничего не чувствуешь. Тихо, Седрик. А теперь я все вижу. Ты должен вернуть память. Только так ты поймешь, кто и зачем убивает королей Тхойна. Как это сделать? В Эйдирне. Вместе с зараженным черной магией. Духи умерших выйдут на великую битву. Спаси их души, и вернутся воспоминания. Что это? Лес? Они здесь. Они пришли попрощаться.
Мой лес. Вафайль. Гвинблейд. Прощайте. Геральт, куда ты подевался? Убийца королей, холера. Ушел прямо из рук. Сбежал? Телепортировался в Эйдирн. То есть как? Заставил Трис его перенести. Курва! Руше велел тебя найти, мы отплываем. У него появилась новая информация. Скаитаэль вот тоже что-то готовит. Что планирует Роше? Он очень ругался на Лоредо, значит, думаю, дело в коменданте. Что-то очень серьезное. Что затевают Скайтаэли? Они хотят отбить Барху. Им нужна твоя помощь. Когда это ты примкнул к Скайтаэлям? Да не в том дело. Их забирают в Дракенборг. Это лагерь для нелюдей. Долбанный памятник людской ненависти. Я поговорю с ними. Может, Роше или Скайтаэли хоть на что-нибудь пригодятся. Thank you.
Торвид ждет, Дхойне. Где он? Он заставил Трис телепортировать себя в Нижнюю Мархию и забрал ее с собой. Нет! Скаэтаэли Ваэдир не заплатит кровью за мою глупость. Элиас, готовь отряд к выступлению. Вы отправляетесь немедленно. Во Флотзаме был погром. Улицы залиты кровью твоих братьев. Я знаю. Поэтому мне нужна твоя помощь. Ты хочешь, чтобы я вместе с тобой убивал людей? Я жажду смерти каждого из этих Дхойне. Но я говорю не об этом. Сейчас наша цель — Нижняя Мархия. А почему Нижняя Мархия? Долина Понтера притягивает голодных псов, как кусок хорошего мяса. Из Каэтаэлей в первых рядах. Потому что это наша земля. С незапамятных времен. Я не разбойник, Гвинблейд. Я полководец великой армии. Ты хочешь создать государство эльфов? Государство эльфов уже существует. Оно называется Долблатанна. Там правит Франциска Финдебаир. Правит? Нет. Она просто выполняет поручения Нильфгаарда. А мы хотим создать настоящее свободное государство. Край, в котором эльф сможет войти в людскую корчму. В котором люди будут без опаски заходить вглубь леса. И ты решил стать королем. Король Йорвид Первый. Я не хочу быть королем. Я уже говорил, что знаю того, кто достоин править. Осталось возложить ей корону на голову. И чья это голова? Женщины, которая верит в справедливость, порядочность и честь. Которая не продастся Нильфгаарду за горсть аренов. Ее зовут Саския. Это что, твоя подружка? Не шути так, Гвинблейд. Ты говоришь о ней так, словно она для тебя больше, чем женщина с головой, пригодной для короны. Ты поймешь меня, если ее встретишь. Скоро весь мир услышит о деве из Аэдирна. Женщине, наделенной беспримерной отвагой. И на чем основаны слухи о беспримерной отваге? Она убила дракона. Ты сказал, что отправляешься к Вергену. Это правда. Чего тебе искать в краснолюдском местечке? Армия Хенсельта встала лагерем на правом берегу реки. Дева и чародейка собирают силы для обороны Аэдирна. Какая еще чародейка? Филиппа Эйльхарт. Что риданская ведьма делает в Аэдирне? Только она сама может рассказать о своих планах.
И чего ожидает от меня командующий армией? Чтобы ты отправился со мной в Эдирн. Может, разыщешь там свою чародейку? И наверняка познакомишься с тем, кто скоро изменит расстановку сил на всем севере. Туда 2 дня пути, ты не успеешь. У меня есть план. Какой? Сначала скажи, что будешь нам помогать. Для этого мне нужно знать больше. Нет, Вадгерн. Ты помог мне с лета, только поэтому мы с тобой вообще разговариваем. Мы оба хотим найти одного и того же ублюдка, но я еще не забыл, с кем ты сюда приплыл. Решай. И если откажешься сейчас, я отпущу тебя с миром. Потом уже не смогу. Я могу вам помочь, но у меня еще есть дела. В таком случае разбирайся с ними быстрее. Я подожду. Ты принимаешь мое предложение? Хорошо. Я помогу вам. Мы достанем лето вместе. Отлично. Не будем терять времени. Нам нужно захватить барку, на которой держат пленных. Ты хочешь с горсткой эльфов отбить корабль в городе, где только что случился погром? Беру свои слова назад. Ты не просто все осложняешь. Ты сумасшедший. Моя мама тоже так говорила. Я здесь. А, наконец-то. Фактория вся на ушах, там полно солдат. Ты уверен, что это хороший план? Мы не станем входить в город. Мы разделим отряд. Ты ударишь со стороны пристани, и у тебя будет отличный проводник. Я с остальными подойду по реке. Большинство стражников сейчас должно быть в фактории. То есть погром нам на руку? Я бы сказал это несколько иначе. Ясное дело. На пристани может быть опасно. Если ты думал, что все будет легко... Не в этом дело. Попробуем пойти на хитрость, как с лета. На пристани помощи не будет. Зато стражники нас не задержат, а на барке всего горстка людей. Ха, они будут мертвы прежде, чем успеют достать мечи. И тогда мы дадим сигнал остальным. В этот раз от нас никто не уйдет. Согласен, сделаем по-твоему. Скайтаэль! Эвелиан! Врихет! Врихет! За мной! Вот мы и на месте. Надо пройти через ворота. Просто как лямба с маслом. Что? Ничего, Дхойне. Веди. Стой! Кто идет? Ведьмак. Я поймал эльфа. Да не просто эльфа, Йорвита! Лоредо обосрется от счастья! Лоредо приказал доставить его на барку. Ха!
А мы уж собрались топить всю эту погонь. Прямо тут? Чтоб нам падалью воду отравило. Нет, ниже по реке. Идем. Йорвита поймали. Закрыть ворота, чтобы и мышь не проскочила. Знаешь, что самое смешное, Гвинблейд? Ну? Я превратил жизнь этих Тхойне в ад, а сам здесь впервые. И как тебе другая сторона медали? Они тоже видят меня в первый раз. И что-то не мучаются угрызениями совести. А должны? Наверное, нет. Они хотят посмотреть, как я умру. Я хочу посмотреть, как умирают они. Таков порядок вещей. Стороны медали придумали философы из Оксенфурта. Они просто никогда не были в таком месте, как Флотзам. Никто не должен сегодня умереть, Йорвит. Кроме солдат-коменданта. Стоять! Куда идешь с этим эльфом? Это Йорвит. Лоредо приказал доставить его на тюремную барку. Йорвит собственной сраной персоной. Этот ублюдок моего брата застрелил. Никто ведь не обидится, ежели я с ним немного позабавлюсь. С дороги, нет времени. Это чего это? Приказано доставить его на барку. А ты кто такой будешь? Эльфский петушок? Лоредо сказал, что мне нельзя мешать. Ну и хрен бы с ним. Ну его. Видел этого мелкого паршивого Тхойне? Такие нравятся мне больше всего. Их убиваешь, как сорняки пропалываешь. Очень успокаивает. Хоть бы спасибо сказал. Ах, да! Теперь ты мой герой. Куда это ты? Я веду Йорвита на барку. Приказ коменданта Лоредо. Рядок, проходите. Я возьму тех, что справа, а ты слева. Yeah!
Я знал, что ты снюхался с этими ушлепками, мутант. Ну что, чувствуешь себя героем? Если вы отчалите, я сожгу ваших девок живьем! Отплываем. Наши женщины готовы к смерти. Я на это не готов. Я иду за ними. Блёдет Хойне. Нет! Ведьмак! Спаси эльфа! Комендант Лоредо спятил! Он сажался! Лоредо. Сбежал. Гвинблейд! Лоредо стягивает подкрепление! Надо уходить! Вся башня снизу горит. Прыгайте! Развяжи нас! Помогите! Ему недолго осталось. Если его не прикончат местные, это сделает кто-нибудь еще. Это не важно. Ты спас наших женщин. Мы в долгу перед тобой. Помоги мне найти Трис и убийцу королей. Тогда мы будем в расчете. В таком случае, наверген. Отходим! Вернон Роше уплыл отсюда без проблем? А что ему сделается? Мы поговорили немного, пока ты шел на скалы с лучниками. Я хочу, чтобы он понял. Он смог уйти только потому, что я ему это позволил. Победил человек. Я старею. Ну, что теперь? Тебе повезло. Ты заслужил пытки, но раз уж нет под рукой подходящих инструментов, я просто отрублю тебе башку. Ты умрешь как воин. Хорошо. Без башки тебе будет хорошо. Хорошо, что это ты. Глупо было бы сдохнуть через столько лет от случайной стрелы или от простуды. Ух, холера, тебе снова повезло, сюда идут твои лучники. Но помни, Йорвит, я победил тебя сейчас и всегда смогу сделать это снова. Посмотрим. Еще посмотрим. Отплываем! Надо же. Это только начало.
Но я рад, что ты оказался на правильной стороне. Мне бы твою уверенность. Убийца оставил нас с носом. Нет, правда. Он похитил Трис Меригольд. Казалось, не удовольствовавшись жизнью Фольтеста, убийца забрал и его бывшую советницу. Недолго думая, я ступил на палубу баржи и, прихватив с собою Геральта, отправился вглубь долины Понтера. По словам эльфов, именно там, под знаменами Вергена, собиралась вольница, чтобы сражаться с кейдвенскими захватчиками. К моему отряду в этом путешествии присоединились весьма примечательные личности. Признаюсь, что соседство с мерзавцами и убийцами из отряда Скаэтаэли само по себе довольно отвратительно. Но помощь Йорвита и его овеянной дурной славой компании все же могла оказаться весьма пользительной. Помощь пользительной, не складно. Словом, полезной. Три тысячи человек сгорели в одну минуту. Я помню, какая была тишина, когда об этом услышали в Венгерберге. Во дворце, на улицах, в домах. Вся столица молчала. Все так кричали. Я была здесь, за пригорком, в самой гуще. Что ты задумала, Саски? Я не позволю продать Айдирн. У нас нет сил на войну с Хенсельтом. Придется начать переговоры. Дела военные оставь мне, принц. Ярпен Зигрин говорил, что король очень вспыльчив. Спровоцируйте его, заставьте начать бой, а потом уже займемся переговорами. Я все еще не могу поверить, что дворяне нас предали. Забудьте про дворян, принц. После того, как мои ребята побили их на дыфне, они ничего не значат. Во имя Гревы, мой господин! Эта девка сам дьявол воплоти! Во-первых, у этой девки есть имя. Во-вторых, у меня нет полководцев лучше нее, а все прочие нас предали. Но она чудовище! Грева послала мне сон! Дьявольская ехидна пожрет твое наследство! Помолчи, Альшан. Мы все подпишем, пресветлый государь. У нас гости. Приветствую тебя, Стеннис, сын Демовенда. Привет тебе, Хенсельд. Вижу, ты чувствуешь себя в Айдирне как дома. Но я не припомню, чтобы высылал тебе приглашение. Фелард все сделал за тебя. Это он меня пригласил. И я не нарушал мирного соглашения. Пока. Ах, вот как. Сударь Броган, будьте любезны проводить графа Фелларда в уединенное место и там его обезглавить. Куда ты лезешь, щенок? Ты еще не король. Твой отец был. Моего отца нет в живых. И еще не миновал траур по нему, как ты предал его страну. Ваше Величество, я прошу дать мне охрану. Этот молодой человек безумен. Взять его. Ваше Величество, как же наш договор? Ты мне больше не нужен, Феллард. Есть еще вопросы? Отлично. В таком случае перейдем к делу. Хорошо сказано. Карты на стол. Со мной в лагере больше 200 вооруженных людей. Этого хватит, чтобы удерживать переправу несколько часов. А за рекой ждут 5000 закаленных в сражениях молодцов. Атаковав Айдирн, ты нарушишь соглашение Центрийского мира. Все королевства Севера будут обязаны поддержать меня. Никто тебе не поможет. Родовит Риданский, князья на юге. Забудь о них, мальчик. Они тебе не помогут. Мир. Да срал я на него жидким калом. Ты остался один. Не совсем. Саския, не вмешивайся. Пожалуйста, пожалуйста.
Оказывается, у тебя есть дар речи, девица. Саския, убийца драконов. Ты еще красивее, чем говорили. Добавь еще вот эту девку. Без нее крестьяне бросят сжечь господские усадьбы и вернутся на поля. Для тебя сплошная выгода. Не бывать этому. Эта земля под моей охраной. И если больше ни у кого не хватит отваги, чтобы противостоять тебе, это сделаю я. А теперь слушай, король. Я даю тебе час на то, чтобы покинуть Верхний Айдирн. Если ты этого не сделаешь, война. Если хоть один каидвенский солдат останется на этой земле на полминуты дольше, война. И вели своим герольдам огласить, что ты приносишь извинения народу Айдирна за этот позорный набег. Иначе война. Ха-ха-ха-ха! А у тебя есть яйца, женщина? Если я на такое соглашусь, мои солдаты решат, что я трус или баба. Я Хенсельд из Арткарайга. Я не привык удирать от барышень, даже если они убивают драконов. Кроме того, ты мне нравишься. Я хочу эту страну, хочу золото и хочу тебя, убийца драконов. Взять их! Эй! Клянусь сиськами Великой Матери! Геральт из Риви! Вдобавок в отменной кампании! Ярпин Зигрин! Сколько лет, старая куепутала! Рад тебя видеть в добром здравии! Геральт, ну чего уставился? Будто духа увидал. Не обнимешь старого товарища? У Геральта плохо с головой. Ха! Так он и вправду зарубил Фольтеста? Мне только лучше. Фольтест был сука и себе на уме. Это ты, Геральт, молодец. Не в этом дело. Он потерял память. И я не убивал Фольтеста. Да какая разница? Ну, кто-нибудь другой его прихлопнул. У нас теперь беда поважнее. Где Саския? А этот мясник что тут делает? Я привел 100 лучников, лучших на свете. Мы хотим помочь вашему делу. Тогда придется обождать. Потому как Саския и принц Пеннис... Тьфу ты, Стеннис... Пошли переговариваться с Хенсельтом. А мы с ребятами тут стоим. Ну, мало ли что. Солнце погасло. Зовите магичку. Идем, Геральт.
Это Филиппа. Она показывает нам дорогу. Ладно, потом у меня к тебе будут вопросы. О, кровь Айлера. Призраки. Они боятся серебра. Я вас прикрою. Помогите. Заткнись, Хайя.
Сколько их еще? Ненавижу летать в тумане. Саски, ты цела? Да, это так, царапина. Вы с ведьмаком спасли нас. Я здесь для того, чтобы охранять тебя. А ты, ведьмак? Я ищу убийцу королей. Он похитил Трис Меригольд. А что ты делаешь здесь? Это допрос? Тебя разыскивают в Тимерии, Каэдвене и Ридании. А я отвечаю за безопасность Саскии. Хватит, Филиппа. Ты сама говорила, что он невиновен. Саския, народец-то волнуется. Сперва солнце погасло, потом белки. Теперь это мгла. Для них уже слишком. Верно. Собирай всех командиров в зал совета. Йорвит, дай мне немного времени. Я подготовлю их к твоему появлению. Ведьмак, Филиппа, вы должны присутствовать. Я хочу услышать, чего нам ждать от этой аномалии и как от нее избавиться. Выше головы. Не сомневаюсь, что славный Белый Волк и столь же славная Филиппа Эйльхард справятся с парой сотен бешеных духов. Я хочу видеть всех командиров в зале совета. Ведьмак, Филиппа, вас это тоже касается. Сесиль, пока мы не закончим совет, ворота должны оставаться закрытыми. Отвечаешь за это собственной бородой. Добро пожаловать в Верген, ведьмак. Я Сесиль Бурдон, староста. Геральт из Ривии. У нас есть свободная комната в трактире. Ничего особенного, но, по крайней мере, крыша над головой и кормят солидно. Спасибо. Скален, покажи мастеру Геральту его квартиру. А на обратном пути зайди в покои преподобного Альшана и расскажи там всем, что с ним стряслось. Значит, пал смертью храбрых в бою с агрессором. И все такое. Вот именно. Видишь, мастер Геральт, молодой, а башковитый, выйдет из него краснолюд. Ah!
Ой, еще один. Впусти одного человека. Гля, за ним уже сотня приползла. Как муравьи. Вот человечья баба. Ей воробеж в лесу. У нее уже брюк. Вот твоя ведьмачья комната. Ага. Люди говорят, сам Зельдкирк из Гулеты отдыхал на этой кровати перед битвой. Правда, счастье это ему не принесло. Но хоть выспался перед смертью. Ха. Тебе что-нибудь еще нужно? Спасибо, Скален. Что за ведьмак такой? Бродит по свету. Убивает чудищ за деньги. Ну как, все обдумал? Да я не знаю. Чего тут думать? Отдери меня, хорек. Да-да, Геральт из Ривии тот самый. Ага, все ведьмаки на одно лицо. Но вот мечи у вас. Что в них такого особенного? А то ты не знаешь. Мало кто сумеет выковать хороший клинок из серебра, чтоб меня куницы заели, если я вру. Нанести на лезвие такие руны — это тебе не в лужу пернуть. Посмотри, что у меня есть, а я взгляну на твое оружие. Йорвит не такой. У нас такого командира веками нет. Вот тебе и покой, вот тебе и мир. Белки, чародейки. Смотри, не выделывайся!
Удачи! Здравствуй, коллега! Меня зовут Ухач, я крысолов. Продаю ловушки, капканы и мышеловки для всякой живности, начиная с мышей и кончая троллями. Ведьмакам особая скидка. Бледное, глазище, как уголья. И вот поднимает... Вы пропустили неплохую драку. Можно было убить самого короля. Дело дошло до поединка. Принц был ранен. Вы видели магическую мглу, которая опустилась над полем битвы? Для всех, кто еще сомневается, сразу скажу, что это не обычный туман и не ярмарочные фокусы. Скорее всего, мы имеем дело с проклятием крови. Могущественным и очень древним заклятием. Мы не знаем пока, кто его наложил и почему. На сегодня у меня есть одна хорошая новость и несколько плохих. Хорошая новость в том, что Хенсельд и его армия на некоторое время задержаны мглой. А плохие? Облако призрачной мглы будет расти и сможет даже поглотить Верген. Кроме того, из него могут выходить призраки. Может, управимся с ними народными средствами? Топором по башке? Теоретически это возможно, но я бы советовал запастись посеребрённым оружием. Кроме того, духи, вероятно, слабеют, удаляясь от мглы. Можно их изгнать как-нибудь? Обряд там провести? Этим займемся я и ведьмак Геральт из Ривии. Убийца короля? Который, вопреки досужим сплетням, короля не убивал. Да, конечно, нет! Он и мухи не обидит. Посмотрите в эти глаза! Сразу видно, какая у него тонкая душа. Мало кто разбирается в проклятиях лучше него. Я не собираюсь объяснять вам суть этого явления, но скажу вам несколько простых вещей. Ну вот, начинается. Никому нельзя приближаться к призрачной мгле. Это смертельно опасно. Кроме того, нам придется ознакомиться с историей битвы. И здесь я особенно рассчитываю на помощь уважаемого Сесиля Бурдона. Я к вашим услугам. Благодарю. Чтобы снять проклятие, нам потребуются символы войны. Предметы, которые принадлежали павшим в битве. Тьфу ты! Железяк с тех пор валяется больше, чем у Сесиля Бурдона в шее в бороде. Я так думаю, против проклятия лучше всего... Думать предоставь мне, почтенный Зигрин. А сам лучше помолчи. Все предметы должны быть магически активны и связаны с душами павших. Это все.
Если еще кто-то не понял, все должны помогать Филиппе и ведьмаку. Что ты там бурчишь, Ярпин? Что-то у меня в горле свербит. Выпей вина. А теперь займемся более приятными делами. Ярпин, сколько у нас людей? Саския, ты хорошо знаешь... Сколько? Краснолюдов под 200. Но мы не числом берем. Крестьян будет с 500. По правде говоря, тяжко их сосчитать. Господа. 53 рыцаря и 200 кольчужных воинов. Мало. У Хенсельта 5000 солдат. Это значит, 5 на одного. Что вы об этом думаете? Нас мало, их много. Но у нас есть стены. Низкие, правда. Но если бы у нас были лучники, то кто знает. Сюда бы полк тяжелых лирийских лучников. У нас есть кое-что получше. Эльфы Йорвита. Скаэтаэли. Господа, Йорвит. Чего ты тут ищешь, душегуб? 100 лучших луков севера ждут твоих приказов, убийца драконов. Хотели лучников, так вот они. Брататься с эльфами мне не по вкусу. Только вот в драке любая палка пригодится, даже если она в говне измазана. В моей дружине достаточно людей, у которых он сжег деревни. Свободные крестьяне — это одно, а преступник, которого разыскивают во всех королевствах, совсем другое. В этот раз ты перестаралась. Саския, скажи, и мы сразу уйдем. Послушайте, Йорвит пришел, чтобы сражаться за меня. Я доверяю ему и знаю, что он нас не предаст. Точно так же, как каждый из вас. Откуда вам, барышня, это знать? Это шельф. У него измена в крови. Он сражается с людьми испокон веков. Но впервые за несколько десятков лет его борьба обрела смысл. Скаэтаэли не знали мира. Они умирали за Нильфгаард, за Долину Цветов напрасно. Они были преданы и обмануты. Теперь у них есть цель. Долина Понтера может стать первым государством, в котором люди, выходя за городские стены, смогут не бояться эльфских стрел. А эльфам и краснолюдам не придется жить в резервациях. Но сперва нам нужно выиграть битву. Вы знаете, кто идет на нас войну. Это превосходная армия, испытанная в боях, обученная умелыми командирами. Их не получится ни напугать, ни победить. Мы должны их уничтожить. Всех до единого. Поэтому я хочу, чтобы Йорвит сел с нами за этим столом. Я хочу, чтобы он убивал за нас каэдвенцев. И я уверяю вас, он будет делать это с улыбкой. Слово за вами. Если мне доведется увидеть улыбку на этой тощей роже, я согласен. Пусть Йорвит остается. Пес его дери. Отец мой в гробу перевернется. Ну что поделать, надо так надо. Я за. Я против. Ты убил моих людей, эльф. Помнишь? Если бы я их не убил, убили бы меня. Будь по-вашему. Во имя лучших времен и на погибель каэдвенцам. Я за. Смерть ублюдкам! Да здравствует Саския! Это яд. Она умирает. Отнесите ее в безопасное место и охраняйте, как зеницу ока. Я возьму все необходимое и займусь ей. Мои лучшие воины станут на страже. Быстро, мужики! Давайте носилки! Она перестала колдовать. Что с Саской? Она жива? Да. Я замедлила ее жизненные функции. Сейчас ее состояние стабилизировалось. Ты знаешь, что это за яд? Таумотор. В народе известный как маченик.
У него очень дурная слава. Должно быть какое-то противоядие. Что мы можем сделать? Для лечения потребуются травы, магия и кровь. Могу предположить, что кровь необычная? Именно так. Я имею в виду кровь королей. Вот где пригодился бы Лето. Ближайший король находится за призрачной мглой. Ты меня неправильно понял. Нам не нужен правящий монарх. Важен генотип. То, что называется голубая кровь. Короли происходят из древних родов. Чтобы выжить, властители должны были отличаться необычайным здоровьем и силой. Приток чужой крови в королевских родах всегда был невелик, а потому мощь их генов все еще сильна. Я применю генную терапию и научу организм Саски, как избавиться от яда. Ты велишь ей пить человеческую кровь? Я введу кровь ей прямо в сердце. Что за травы? Мне нужна подземная разновидность пурпурной наперстянки. Ее еще зовут краснолюдским бессмертником. И эльфская роза памяти. Где взять этот бессмертник? Он растет глубоко под землей. Но с ним сложностей не будет. В Вергине есть шахта. Чем он поможет Саске? Маченик вызывает сильные повреждения тканей, а бессмертник ускоряет регенерацию. У Трис тоже была роза памяти. Она уверяла, что это крайне редкое растение. В давние времена Айн Сейтхе, которым удавалось вырастить розы памяти, пользовались большим уважением. Времена изменились. Эльфы тоже. В окрестностях Вергина никаких эльфских садов нет. Придется возвращаться во Флотзам. Роза памяти из Флотзама есть у Трис. Осталось ее найти. Что еще нужно для операции? Таумотор обладает способностью к саморазмножению. Вторжение в среду зараженных клеток запускает цепную реакцию. На месте уничтоженной клетки появляется 10 новых. Чтобы прервать этот процесс, мне потребуется нечеловеческая сила. Лучше всего подошли бы гении воды или воздуха. Или одно из 12 легендарных колец всевластия. И одно, чтоб лишить их воли и соединить навек в их земной юдоли. А мне потом босиком по вулкану бегать, ясное дело. Ладно, ладно. Забыли о кольцах. Мне потребуется большая доза силы, неважно откуда. Найдите что-нибудь. Бессмертник, роза памяти, королевская кровь и магия. Звучит как в сказке. В скверной сказке. Не хватает только поцелуя принца. Для меня главное, чтобы все хорошо закончилось. Как в скверных сказках. Я могу рассчитывать на твою помощь, Геральт? Можешь. Что с битвой призраков? Сначала я укреплю заклятия, которые поддерживают жизнь Саски. Потом займемся духами. В принципе, ты мог бы сам заняться призрачной мглой. Поговори с местными о битве. Может, разузнаешь что-нибудь полезное? Я попытаюсь найти отравителя. Сюда может войти только Филиппа Эйльхард. Жители Вергина! Под стенами нашего города собрался туман, в котором кишат злобные призраки. Не вздумайте туда лезть! Это мгла, мать ее за ногу, притягивает и других чудищ. Потому, ежели кто пойдет в каменоломни или, скажем, в ущелье, сохраняйте особую бдительность. Белки, которые встали лагерем у сожженных хат, нам не враги. Так решила Саския, значит, так и будет. Туманом и призраками займутся мастер Геральт из Ривии и чародейка Филиппа Эльхард. А теперь открыть ворота и за работу. Здравствуй, мастер.
подобной. Саске, правду она говорит. Значит, тут взаправду водятся привидения? Все время куда-то бежим. А ты думал, ты чинишь доспехи, так? Да, работаешь сам на себя? Не вполне. Ты не из болтливых, верно? Говорили, ты молчун. Глядишь и поверят в загробную жизнь.